Простая задачка из тестовой части ЕГЭ по физике, в которой у некоторых могут возникнуть небольшие сложности. Дана электрическая цепь, в которой есть три резистора, R1, R2, R3, и идеальный амперметр, показание которого равняется 1 амперу. Необходимо найти напряжение на втором резисторе. Ну вот, внимательный школьник хорошо увидит сразу, расставив токи, ну давайте вот здесь вот плюс-минус поставим, тогда ток у нас идет от плюса к минусу, и вот в этой точке в узле раздваивается, и идет одновременно через резистор R1 и через резистор R2. Дальше он здесь собирается и проходит через резистор R3. Ну и вот, что мы здесь увидим, ну это, в общем, довольно просто, что вот эти два резистора соединены параллельно, а значит, для них работает закон параллельного соединения, то есть напряжение на первом резисторе равняется напряжению на втором резисторе. Ну а напряжение на первом резисторе элементарно можно найти по закону Ома, R1 умножить на R1 это будет, ну и это будет равно U2. Выражая отсюда U2, просто надо поменять местами, умножаем I1, это ток на первом резисторе, 1 ампер, на сопротивление первого резистора 3 Ома, мы получаем, что U2 равняется 3 вольта. И это ответ